понимаю. Так. О. Прикрой фингал свой, слепит экран. Слушай, что ты знаешь про пацанский? Вау, а ты правда садистка? 52. Насколько у тебя, понимаешь, ты просто вот ты животное. Ой, ты хочешь... А что меня решил на роль? Почему я только открыл? Да? А что? Балын, да я не знаю, честно. Да? Поэтому он решил позвать? Нет. Объясни, плиз, почему Стас стал таким продажным коммунистическим? Он же был в 2016-м нормальным техноблогером. Я по его совету ком собрал. Ну, может, ему просто надоело... Бля, честно, вот я буду коллабиться 6 числа со Стасом как просто, а я даже не в курсе, что он раньше был техноблогером, блядь. Ну, у меня понимание о нем, что вот он чувак, который просто всегда за политику разговаривает. Пиздец. Ну все, я реально про него не знаю. То есть вот он, я знаю, что он коммунист, там марксист, и просто всегда разговаривает про политику. Как твой мод называется? Какой мод? Латкалюка толкает, что? Пацаны хуярят, пацаны делают контент. Я вообще, блядь, за то, чтобы, блядь, все ебать. Пацаны хуярят, пацаны... Нахуя это же такое? Я сказал, ебашили, блядь, они... Я не толкаю, хмурый. Чё? Лайк. Красный. От души. Поздравить с этим великим днем. Кстати, бля, поздравили матерей-то, ёпта. Вам там, бля, Вова пиздец сегодня на самом деле поприкалывался, скинула похоронные розочки, блядь, на могилу. Там ребята начали реальных отправлять своим матерям пиздец, которые не выкупили прикола. Это вот это, блядь, с этого я посмеялся больше всего, блядь. Здесь это реально меня очень сегодня порадовало. Это хорошая шутка была. Пиздец. А плохо, нахуй. О, Тони Дауни Старк. Крутой там. Валера, по льгу не рви так, оставь. Дурак совсем. А вы когда-нибудь задумывались, вот куда мужчины тратят свои деньги и зачем вообще им эти деньги? Вот вы думали вообще когда-нибудь об этом? А вот они не ходят на маникюр, они не делают себе брови, окрашивание. Они купят себе Nike Air Force, да? Купят себе худак Marcelo Miracles и будут ходить в этом 10 лет. И эту The North Face, блядь, куртку. Есть такая. Все, это вот их одежда на всю жизнь. Реально. Ну, ладно, еще один раз они могут сходить подстричься. Упаси. Это называется жизнь. Да. Бля, он реально так выглядит сейчас. Сука. Хорошо. Аня, Танечка, какая твоя любимая музыкальная группа? Работа за $1 vs работа за $10 миллионов. Блять, я так понимаю. Вова, это не предлагаю. Блядь. Это моя, а первая это работа моим модератором, блять. Есть у нас девушки. О, меня... вот эти типы. Хочу знать, где ты. Все цветы. Мысли только о тебе. Нравишься сильно мне. Бабочки появились. Малолетки, которые мне дрочат, делают вот такие вот нахуй видеонарезки. О-о-о-о, Коламбус, нихуя себе, блять. А тут-то птичка нашептала, что какой-то сквад у тебя образовывается. Надо как-то, блядь, встретиться с коалициями, поговорить, как мы будем на одной территории уживаться, блядь. Мы слишком много знаем друг про друга, а есть один человек, который может это все раскрыть. Не дай бог ему что-то попадет в уши. Блядь.
Спасибо, Колян, спасибо большое. Привет, ребята. Ну, к сожалению, я уже урок экономики закончил, шахматы тоже закончил, и английский язык уже тоже закончил. Поэтому теперь мы просто смотрим ТикТоки и прикалываемся. Спасибо. Спасибо. Да фри, да кто фри? Ну, не надо. Ну что, так, я не досмотрел ТикТок. Самый лучший ТикТок, который, блядь, сегодня мне попался. На. Это я. Мысли так, только о тебе. Улыбаюсь. Бабочки появились в моем животе. Пепел на штанах. Вот бы подрочила, блядь. Вот бы нюц скинула, надо писать. Значок на рюкзаке. Мы за культуру эмо, за культуру чёлок, за дрищавых пацанов, похожих на девчонок. За культуру эмо, за культуру чёлок, за дрищавых пацанов, похожих на девчонок. Да, давай, давай, кидай нюц, у меня уже целый архив, блядь. Я столько, блядь, писал. And every day, every day. С тобой вдвоём. Драчи, драчи. Джексон, слышь, посмотри, что он сделал своим мечом! Но перед этим... Джексон, это сделал Бобби, и он... Давай, Джексон! Это сделал... Джексон! Круг оформляй! Круг оформляй! А что будет дальше? Давай, бейся! Бейся за меня! Давай, бейся! Бейся! Сука. Вот реально, Саня, это просто пиздец. Вот я, честно, я его прям... Ну, вот супер обожаю, блядь. Вот он такой, блядь, вот на самом деле харизматичный человек, но он почему-то раскрывается только когда мы все вместе собираемся. Я не знаю, почему он, типа, ну вот соло, он, блядь, вот не может как будто бы раскрыться. Ему не хватает человека, который будет играть с ним в пинг-понг, блядь. Это реальный человек, создан для эдитов, блядь. Просто создан. Он, ну, он в каждый эдит попадает. У меня все лучшие твич-клипы, они ну, там, которые собрали по 30-40к, блядь, они все с Саньком, блядь, где у него очки падают. Он всегда попадает, блядь, в такие моменты, когда вот, ну, прям идеально, нахуй. Просто идеально, блядь. Рокстар, рокстар. Офигенно вообще. Да он реально смешной, блядь, он такой карикатурный прям очень. Так собей его! Пёрнул корявый! Что? Мафаня посвящает так всех в шпану? Ой. Больно ударился. Коля, вот как девочка, но ей-богу, блядь, как девочка. Вот лучше бы ты вот такие тиктоки, как ты в зале хуяришь там, блядь, не знаю, по боксерской груши ебашишь там, не знаю, типа пам-пам, двоечки. Ну это что, это для кого? Ты хочешь, чтобы тебе тоже сейчас говорили, что тебе малолетки дрочат, блядь, или что, блядь? В очередь, нахуй, пожалуйста, блядь, сначала мне основной трафик. Доброе утро, Зиг Хайль. Так, пошел, осуждаю, блядь, осуждаю. У меня вопрос, Костер. Хочу так. Хочу. Слышимость прокачана, блядь, больше, чем ловкость и сила. Я встречалась с педофагом. А, блядь, давай, сейчас променяю, блядь, сука. Что? Еньяк Димхес Абиха из Дестека Лун? И что дальше будет? Корсия Ликлита Кип? Да, ну, еще. Так, ладно. Колян. Да, ебать тут. Ай, блядь. О, я там был. Я бегал там с камерой и стримил вам все, чтобы вы тоже на концерте были, блядь. Причем, кстати, вот я смотрю, некоторые чуваки, которые на концерты приходят, они либо просто на сцене стоят, либо там, ну, где-то на випке снимают издалека, блядь. Вот мало кто реально в слэм, нахуй, побежал с телефоном, блядь. Мало кто подбегал прям к сцене, блядь, там снимал. Пиздишь, не пизжу. Нихуя, честно все говорю. Что, гоу? На будущее ТикТоке не чекай, где статичная фотка или какая-то гифка с бабой, и там два лайка, там обычно 25-м кадром вставляют. А, нихуя себе, уёбки! У тебя есть хобби, бегать
глядя на как зомби. Проснулся, дал зазу. Спал, дал зазу. Двинулся, курил зазу, пока мой хен продавал зазу. Улыбаюсь, дал зазу. Нашел зазу, дал зазу. Мне похуй, чё они болтают про меня. 1000 рублей. Ага. Так, и минуту. Дмитрий Матвеев, Олег Шепс зовет тебя на стрим. Я помогу вам это сделать. Кашин выпустил на свой YouTube-канал. Таня Кашин, не разговаривай, я только... А что меня решил на ролик позвать? Кто-то отказался, да? А кто-нибудь знает, вот честно, почему Даня Кашин не любит Джарахова? Вот кто-нибудь шарит за эту тему? Я просто очень часто видел, что у них какой-то биф, они постоянно там что-то, это, ну, он его не любит прям. Может, думаешь, по поводу аморального. Крутой парень. Для парня. Крутой друг. Самый настоящий. Дружите, рекомендую. Общайтесь. Помогайте ему всегда. Тяните его, придумывайте ему контент. Давайте ему пищу для ума. Не, ну. Бля, вот Лизе повезло, она наступила шпану, не нюхала. Ну как? Это Мишка Фредди! Или это кролик Бани? Или это Фокс? Чего? Ну это бред. Это та, которая вербует себе же девушек с пацанок, да, и потом их заставляет с ней тиктоки снимать. Почему не шоу пацаны, блять? Я не то чтобы сплетничаю, я просто такой человек. Ебал козу, лизал пизду. Хуй как вентилятор, я тебе им по губам вожу. Ах, мусор в кровать, я лягу спать. Это мать твою, мафаня, не цивличку мне кидать. Блять, скоро клип же выходит, ебаный фиг. Надо подготовиться к этому. Антон, ты хорошо ее подсолил капусту? Кинотеатр надо. Или плохо, дай я сама, дай мне соль сюда в руку. Дай что писать. А, все, рычаг? Когда выходит, слушайте, ну вообще, вроде там на стадии завершения монтажа, насколько я знаю, ну, блядь, неделька может еще. Плюс-минус неделька, короче, плюс-минус. Макнул писю в сметан и насрал в рот Мафане. Нет, не так. Помазал свой писюн сметаной и угостил Мафаню. Давай с уважением, дружище. Стоп. У меня такие же очки были. Пока я их не оставил. Пошла нахуй. Ладно. Напился у друга на Дерей, настало время пить чай с тортиком. Это жиза. Чё, нормально? Охуенно? Друзья, ну пиздец, у нас что опять... Что это, Яндекс? Охуеть. Мазелов для Яндекс музыки что-то записывал? Вот это уровень, на самом деле, пиздец. Красавчик. Друзья, ну пиздец, у нас опять вырубили, сука, эти ебучие лампочки. Ну и хуй с ним, ну и похуй. Вот за этот Наполеон я даю из десятки сотку. И больше даю, нахуй. Тут и сильно, баланс, и брюда не надо. Тут так все выдержано, нахуй. Хули там отрываться, тут просто въебал. Комментарий, только не это. Типичный понедельник где-нибудь Дима, ты хулиганил?
Мафаня, вот а почему зачем ты все шпаны, Лиза одна контент заводит, а вы все АФК? Не знаешь. Потому что Лиза молодец, я... Лиза старается, блядь, а мы чё? Так, все молчать! Руслан, кто это? Это чё твои... И прежде чем такую хуйню... О, это этот, который «Продайте мне ручку». Ага, а я не знаю, как продать вам ручку. Ну, да, давайте, напишите что-нибудь на листочке. Это отсылка. Все тонут, а я нет. И сейчас я вам это... Говно. Покажу. Видите? Я разговариваю. Я дышу. Все тонут. Привет, давай познакомимся. Измени, уже 9 часов, мне пора спать. О, этот, с Хазиевов, как его, блядь? Ну, этот, блядь, они Матис сжигали, блядь. Ну, которые, вот эти вот крутые пацаны, блядь, которые ангар снимали, блядь. Жожо. Бля, какой же первый класс охуенный? Критика или же лавры, мне тупо по барабану. Бада-бум, бада-бум, бада-бик, бада-бум. Это безумная любовь, паразит. Хороший. Запах успеха, папин одеколон. Я погружаюсь в бурбу на беспредел. Закройте за мной, буду поздно, я поел. Скотинился, блядь, синяком под глазом хожу, как тварь последняя, блядь. Друзья, ну ловите вашего пахана, как я его встречаю с мясом, с пирогами и с медятиной, с медятиной. Сметанка вкуснотеев, которая охуенская. О, также собачья пугачает сметанкой. Рекомендую, попробовала, охуительно вкусная. Плюшки, завитушки, бабушку мне всегда напоминают. Десар, помню, обсасывал первый класс, была у них заруба. Да, ну точно давно было. Фирменное блюдо – это свинина. Мясо по-французски. С майонезом. Переведи слова быстрее, чем я. Okay. Уровень А1. Стена. Wall. Well. Wall. 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 Цвет. Color. Color. Доход. Прибыль. Income. Блять, come. Память. Mind. Memory. Memory, блять, memory card. Причина. Да. Следствие. Reason. Reason, да. Искусство. Picture. Art. Art, блять. Впереди... Ну ладно, А2, значит. Ухаживание полярных медведей... Смотрю тебя очень давно. Ты такой классный стример. Научи, как стать турбо-сигма-ом и турбо-нереальным геймом СССР 1000 плюс ранга. Люблю тебя. Рот твой хочу выебать. А потом в анал. Блять. Охуенно. Вот такие вот донаты мне кидали, блядь. Ты идиот, Мафанька. Да, давай-ка, блядь. Ебальничек свой ванну в тени, блядь. Сиди тихо, нахуй. Сиди. Красиво. Любишь кататься, люби и саночки. Нет. Не забывай наш первый вечер. Ноготки на пальчиках красят только... И бульон добрый, толстый. Гандон. Что это с тобой? Я пошла на вождение, я пошла на механику, чтобы сразу было понятно. И пока я в таком ш... Бля, вы знаешь, за Майю там под 40 лет уже, пиздец. Привет,
мам, я вот на заброшке компьютер нашел. Да это я Лене рассказывал, он мне рассказывал, что... А ты знал? Блин, очки пиздатые были. Отсвети же очки охуенные. Переведи слова быстрее, чем я. Уровень А2. Красота. Beautiful. Beauty. Ну, beauty, ну, хорошо. Ну, вот, урок? Блядь. Session. Lesson, блядь, lesson, да, lesson. Линейка. Блядь, ну это вообще не знаю. Line. Ruler. Рулер, блядь. Помощь. Support. Assistance. Сука. Взгляд. Seeing. Watching. Watch. Seeing. Glance. Mm-hmm. Победитель. Winner. Это я. Я победитель. Winner. Это есть. А три. Быстрый уже. Вопрос. Быстрый ответ. 10% от 100. 10. Какая страна лидер по количеству заключенных? Америка, наверное. США. Кто получил больше всех номинаций на премию «Оскар» за всю историю этой кинопремии? Леонардо Ди Каприо, наверное. Наверное, Леонардо Ди Каприо. Уолт Дисней. О, нихуя. Сколько всего космонавтов было на Луне? Ну, Армстронг, блядь, такой знаю. Ну, давай два-три, блядь. 12. А, блядь, нихуя, сколько в вас. В какой там? Стране расположен географический центр Евразии? В какой стране? В России. Казахстан. Тварь. Мама, я влюбился в нее. Ну, почти, не знаю. Я, но не знаю ее номер. На моей шейчоке целует ноги. Я ничего тебе не должен. Мама, я влюбился в нее. О, Жожо. Но не знаю ее номер. На моей шейчоке. Ниже, вот прям под Владом А4, кто это? Так там нет никого под Владом А4. Ну, в рубашке такой белый-синий. Да, вот кто это? Блять, что кто? Там нет никого ниже него. Мы про того и того человека говорили, про разных. Вот, а, он сейчас стримит с Крипером, а не с Владом. Блять, я думал, он с Владом стримит. Крипер же лицо не палит. А4 с белыми волосами. Черед. Так это и есть Влад А4, я про другого, у которого как-то... Хорошо, выбрал. Кто над Владом А4? Ну я... Да я знаю, просто говорить не хочу, и все. Это я. Когда охота, когда добычу вижу, когда на меня выебываются, я вот так просто действую нахуй, просто хладнокровно, без эмоций, спокойно. Просто придумываю, как его сделать перформанс и просто разъебываю. И так будет дальше по жизни. Мне похуй там на мелких пешек, на мелких рыбок, блять. Я акула нахуй. Я иду за своей добычей. Это вся мелочь меня интересует. Я сейчас сыт, и я спокойно и уверенно иду к своей цели. Можете трогать меня, можете плевать на меня, но я дойду все равно, и потом буду уже ссать на вас сверху, как будете ссать сидя. Скоро, подождите. Про меня. Стрей, я твой давний подписчик. Рейдик. Хайповую музыку для молодежи. Рейдик. Спасибо большое, Владимир. Спасибо большое, Крипер. Я не знаю, просто имя можно полить, просто я знаю, что лицо нельзя, но... огромное вам спасибо, Владимир. Крепко жму волосатую руку. И... Крипер, здорово. Спасибо. Здорово всем, ребят. Правда, вы пропустили сегодня все уроки мои по экономике, по шахматам, по английскому. И сейчас я просто сижу в ТикТоке, смотрю, минут через 10 пойду играть в КРМП. Но в любом случае, спасибо большое. Огромнейшее спасибо. Спасибо большое. Заново? Блядь, да посмотрите в записи. Я на самом деле урок экономики у меня был, блядь, буквально минут 20, наверное, даже пиздец. Плюс-минус. Смотрите, сука, открыл от нее зонт, она въебала ему зонт, блядь. Вот, блядь, ну бонит, ну ты чё, сука? А мой парень... Блядь, ну там бобец. Сейчас я... Блять, Саншайн, я ебал fucking winter нахуй. Нахуй you fucking замерз. Слава Копейкин, мне 20. Знаешь, что тебя повадки. Он другой сейчас скажет. Ты ведешь себя как пень. Блять. Слова быстрее, чем я. Уровень C1. Крик. Скрим. Скрим.
Заноза. Ебать, нихуя себе, блядь. Сплинтер. Сплинтер? Паранойя. 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 Пародировать. Пародировать. Parody. Ну, примерно, блядь. Меня зовут Слава Копейкин. Слава Копейкин, иди нахуй. Ты чмо? Пошел. Ты хуятина, блядь. Ты чё, попутал сандали, блядь, или чё? Ты чмо? Ну, а чём, блядь, я после молитвы шарю. Захожу в ТикТок после тяжелого школьного дня, чтобы посмотреть разные приколы, мемы, листаю ленту, и каждое, блядь, десятое видео у меня с отчетом лиды, сколько сегодня сняло под его звук. Типа, сегодня сняло под мой звук 3000 человек. Скорее, смотрите. Я добавил эту песню во все возможные плейлисты. Я умоляю, хватит снимать отчеты. Захожу в ТикТок после тяжелого... Почему, блядь? Схуяли. Иди нахуй, Ваня, блядь. Ну, нормально, что-то Ваня не... Назовут. Серега Орешкин, сука, может, когда захочет, блядь, братан мой, сука, хуярь. И лапкой вперед, лапкой вперед. Хуярь, ты за Яралаша, блядь. Я вообще, это пиздец, тоже нахуй, я видел в ТикТоке, что-то я вообще ночью, блядь, приплавился немножко, как тепленький Славик. Я лежал, блядь, там попался в эту музыку тоже, блядь, едем, чувак снимает в ТикТок, где полный автобус битком, бабок всяких, ну, типа, он едет на учебу с утра и снимает вот эту музыку, едем мстить за Яралаша. Я думаю, блядь, это вообще пиздец, я не знаю, иногда смешило это просто. Там, блядь, бабки, детки, нахуй. Сука, посмешила, правда. Спасибо, да, я садистка, нахуй, еблан. Да нет, блядь, реально смешно, ну, блядь, пиздец, нахуй. Чувак с утра, говорю, на работу едет на учебу. Полный битком автобус стоит, бабка на него так прям, говорит, едем мстить за Яралаша. Сидела. Мне порадовало, это правда. Мало читов, которые меня радуют. Вот это, например, такие. Чё? Чувак, а можно пойти? Ну, клоун. Клоун, которым дрочит малолетки. Какой у тебя... Давай. Какой у тебя уровень английского? Money. Деньги. Деньги. Job. Blow. Работа. Работа. Hobby. Хобби. Из Гарри Поттера этот, блядь, как его, который носок надел. Давай. Ну. Innovation. Инновация. Ну, бля, это вообще пиздец, совсем для дебилов, нахуй. Инновации. Ну. Дальше. Sophistication. Ну, софистская школа, софист. Изысканность. Ну, пошел нахуй. Есть Big Baby Tape и Бузова. О, наш родненький пацанчик. А ты пацанчик. Помнишь еще историю? В каком году распался СССР? 91-й. Правильный ответ 25 декабря 1991. Тут такого не было ответа, наебщик ебаный, блядь. Вот так ЕГЭ сдают, нахуй, пиздец. Потом сидишь, нахуй, идешь в колягу ебаную, блядь. В каком году началась Вторая мировая война? 39-й. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда Германия вторглась в Польшу. В каком году началась Великая Французская революция? Бля, 812, подождите, это 812, это... Нет, это когда Наполеон там вторгся, ебать. Французская революция, наверное, сразу после... после Наполеона или до Наполеона? Ну, похуй, пусть будет Б, наверное. Не знаю. Б? Великая Французская революция началась в 1789 году, ликвидировавшая абсолютизм, затем установившая республику. Угу. Сколько длилась столетняя война? 116 лет. Б. Я хочу пойти учиться. Это длительный конфликт между Англией и Францией, который длился целых 116 лет, с 1337 по 1453 год. А ты все правильно ответил. Пошел нахуй. Переведи фразы бы. Ты когда фон будешь делать нормальный, падла? Бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла. А чё, блядь, то, что я хуярю, ебать, там, блядь, как Папа Карло ёбаный, нахуй.
А? Мне еще, блядь, 3 разоблачения, блядь, на себя смотреть, где, блядь, мне малолетки дрочат, нахуй, и прочее, блядь. Не могу, не успеваю, ёпта. У меня, блядь, ну, у меня то пизделка, блядь, то буквально пизделка, то пизделка, блядь, в интернете, нахуй, с кем-то бифы, блядь, хуифы, нахуй. Ну чё, ну серьезно. Ну когда? Когда? Хочешь, завтра закажу, все, у меня денег нет. Да ладно, ладно, нет, деньги, допустим, деньги, да хорошо, даже если я деньги найду. Но, понимаете, мне придется еще раз кинуть Dragon Money, то есть еще раз мне надо будет. И опять же повторюсь, блядь, я не кидал Dragon Money, то есть они мне дали деньги, я взял у них рекламу, потом вспомнил, что нам нельзя стримить казино, блядь, я в патовой ситуации нахожусь, а деньги уже выведены на карту, ну что мне, блядь, что, обосраться нахуй? Ну, блядь, пиздец. Спасибо. Мафа, здорово. Мне, короче, вчера задонили 1000 рублей, я решил тебе отдать 1/10 доната, вот, послушай. Mm-hmm. Карибский, мафизиски, свежие, быстрые. Хорошая, хорошая, хорошая композиция музыкальная, напоминает мне Прохора Шаляпина. Угадай 10 мультфильмов по кадру за 3 секунды. Это тату. А, бля, уже нахуй? Душа? Душ. Мадагаскар. Хуеть, а здесь Алекс. И не лопа. Тайна Кока. Кок. Корпорация монстров. Моана. Блин, название какое-то для дебилов. Стоунхендж. Вверх. Ебал. Ну, я не знаю, блядь. Ледниковый период. Чё, блядь? Иди нахуй. Yes, I make it, make it, make it. Faster. Быстрый вопрос. Я. Что? Вы думаете, это для меня потолок? Да это чей-то пол, нахуй. Быстрый вопрос. Быстрый ответ. Столица Израиля. Палестина. Ой, как ее там? И Иерусалим. Блять, осуждаю на самом деле, пиздец, осуждаю. Я просто неправильно сказал, я хотел сказать по этот, блять, Пикалини, блять. Я извиняюсь, Иерусалим, точно. Извиняюсь, это не из-за того, что я просто неправильно осуждаю, это плохо. Осуждаю. Это очень плохо, я не имел ничего. Кого-то, если мог оскорбить или обидеть, искренне извините, пожалуйста, простите меня, дурака. Я просто неправильно сказал, извините, правда, никакого, прошу, кого это могло оскорбить или обидеть, просто, ну, я перед вами искренне извиняюсь, не хочу, чтобы это оставалось в вашей душе и в вашей светлой памяти обо мне, пожалуйста, прошу вас прощения, искренне. Самая большая планета... Умоляю, хорошо, я прошу вас. Прошу, умоляю, извините, все, извините, пожалуйста. Ну, блядь, не подумал, ляпнул, а потом подумал, как и понял, что пиздец. Просто извините. Все, извините. Прошу прощения, правда, осуждаю, это плохое. Я не подумал просто, что сказал. Без какого-либо подтекста. Тебе Мишленовскую звезду сразу приедет. О, нормально, даже мудя видны. Ты что, насрал туда, что ли? Да, почему памперс полный? А ты помнишь еще географию? Ой, не-не-не, это вообще мой любимый. Настроение чисто. Я Драко Малфой. Учишься балету, Поттер? Поганая игра. Самое большое озеро в мире. Этот... Рица? Стоп! Какая страна самая большая в мире? Какая страна является родиной Олимпиады? Мафань, ты мой номер пропустил. Верю. Мафань, привет, это мистер Небоскреб. Я сейчас снимаю кое-какое видео про тебя. Само видео выйдет в январе. Я хотел бы задать вопрос. Ты будешь перекрашивать волосы в ближайшее время? Мне нужно знать. Нет, перекрашивать не буду. Зуб даю. Какая страна является... Ну, это Греция. Олимпийских игр. Ну, древняя Греция. Какое государство самое маленькое в мире? Бухарест? Нет. Монако? Блядь, ну что такое-то, блядь? Монако, Бухарест, это вот всякая хуйня. Крупнейший город в восточном полушарии. Москва. Быстрый вопрос. Да и чё, идите нахуй вообще. Почему я эту хуйню сорю, блядь, теперь? Что это? Чё?
Ну ты терпи. Да хорош, бля, Вова тоже, молодец. Каждый, бля, все тиктоки заполонил нахуй. Лучше бы только со мной этот было. Топ-5 моментов, когда всем похуй. Поехали. Готовы ли вы принять вызов и проверить? Нет. Вы будете жениться? Вы будете выходить замуж? Но. А потом вам будет дрочить малолетка, блядь, знаешь, что будет. Папа, не колись за рулем, пожалуйста. А ну, заткнись, гандон-то, пожалуйста. Переведи слова... Эй-эй-эй-эй, осуждаю, вот это плохой донатик. Ой, какой мерзкий человек, глянься на него. Какая ты сука, она содышащая, блядь. Не надо мне, блядь, такое писать сюда, блядь, в заметки мои, блядь. Здесь сидят люди добрые и пишут, а ты, гадость мелкая, уйди нахуй. Осуждаю. Плохо, очень плохо, плохой донат. Все, извиняюсь, кого-то надо скрыть, извините, пожалуйста, я, блядь, сейчас вот это сделаю, так вот уберу. Ну, гнида, гнида, не человек, гнида, блядь, просто. Ну, чудовище, ебаное, нахуй. Так вот теперь будет все. Угадай 10 мультфильмов. Иди нахуй. Ну каждый реально, а где? Вот. Ну это... Ну... Ты Ники наши, главное. Я забывала обо всем. Верните в могу. Увидев ее, Амаров-стар, поп-стар, хуй-стар. У тебя на мой трек, у тебя какой, но у тебя маленький. Я не артист, но у тебя паника. Глянули... Где Бабрина? Моменты, когда каша сильно растут. Это я. Когда охоту, когда добычу вижу, когда на меня выебываются, я вот так просто действую нахуй. Просто хладнокровно. Без эмоций, спокойно. Просто придумываю, как его сделать перформанс и просто разъебываю. Чуть ебалонтую даже по жизни. Мне похуй, вообще нехуй. Вот, у вас есть личная жизнь какая-то? Я типа там гулянки своей добычей. Это вся мелочь меня интересует. Я сейчас сыт, и я спокойно и уверенно иду к своей цели. Можете трогать меня, можете плевать на меня, но я дойду все равно, и потом буду уже ссать на вас. Я в той же одежде, что и ссать. Да. Я. Я понял, что раньше я был богом грома, но теперь я акула. Ну зубы у меня примерно реально так же выглядят. У меня нижняя челюга реально вот именно такая же, нахуй, не знаю. Есть кто-нибудь здесь, кто может мне поправить челюсть, блядь? Я вот реально какой-нибудь стоматолога мне найти бы, пиздец, мне жаба душит, ебаные брекеты поставить. Слава Украине, пусть... У него смешная шляпка и коти усы. Огарсмурф и клапка, на нем белые трусы. Блять, у меня этот трек теперь ассоциируется с тем кружком, когда, помню, ну, когда мы были в Москве, ездили на пушку, и я снял Вову, блять, вот в свой ТГ под этот трек. Все, у меня, блядь, теперь только с этим нахуй ассоциируется этот трек. Реально, хотя пиздец ну, такой переполненный ТикТок был вот с этим треком, и только этот, блядь. Все, я тебе только его представляю, как он стоит, нахуй, я обвожу его. Да, с Вовой, с Вовой. Привет, Вахань. Только с Вовой. Бескрайнее синее небо, я знаю, где должен быть. Я знаю, что должен делать, ведь я слышу зов, ебать, я зов. 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 Осуждаю! Я не знаю, такое можно осуждать или нет? Надо осуждать. Я правильно... Где список того, что надо осуждать? Я просто дайте мне, я буду вот как раньше эти делали, чит-коды, блядь, для GTA San Andreas, нахуй, перед экраном, блядь, это повесил, приклеил, так же, буду такой, так, ну здесь базар фильтрую, нахуй. Но я просто не знаю, у меня... Блядь. А, сука. А, блядь. А, блядь. О, блядь. Блядь. Ой, это я... Трахни меня. Коля, Коля. Трахни меня. Переведи слова быстрее, чем я. Переведи слова. Что это, блять? Это же этот, блять, как его нахуй? Ну, из-за игры. Ай, игры на выживание с Китнис Эвердин, блять. Ай, блять, Сойка-пересмешница, как называется этот фильм?
О, я всех сейчас назову, все назову с этого фильма, но, блядь, только не название, нахуй. Как, блядь? Голодные игры, точно нас называют. Кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет. Hello everyone, dear Zolikis. You are on the channel Ivan Zola 2004. Они даже не знают, откуда он, да? То, что он снимался в Монстер Обитию, никто не знает, наверное, да? Все только с Мишки Фредди, блять, его с ФНАФа теперь узнали и начинают это форсить. А мы это форсили еще давно. Эй, Каша, Каша! Легенда. Я сломаю тёмную. Придаю привет маме, маме Саше и Валвику, и Тёмику. Однажды с тобой. Ну, бля, она просто сесть уже хочет, нахуй. Чё смешного-то, бля, придурок. Ну, блядь, ноги-то, дай, уступи, я лучше мест на лавку. Меня чё, в долбоёб шоу пригласили? Это, кстати, минус 4 очка, оскорбление ведущего. Шо, нахуй. Прошу такой вопрос человека, который, которому похуй на людей, на теннис. Все сейчас начали литрами влить. Сложный тест по географии. Я. А тварь ебаная, блядь, а ты... Осуждаю, осуждаю. Все, блядь, выключаю донаты, все. А вы пока не пойму, как это убрать, я не буду больше выключать 40 рублей донаты, все, иди нахер. Всем идиот, привет, блядь, мои золики. Сидит, блядь, смеется с этого. Тебе смешно, блядь, правда с этого? То, что ты, блядь, кидаешь запрещенную символику, блядь, во всем мире, блядь, тебе смешно с этого? То, что, блядь, придурок, нахуй, эти люди, которые ходили с этой символикой, на, убивали, блядь, людей. И, блядь, жестокие действия делали с ними. Тебе смешно с этого, правда, полоумный? Смешно, блядь, тебе? Реакцию, блядь, хочешь мою? Внимание хочешь моего? Подрочи мне просто, малолетка, блядь. Все, не занимайся хуйней, блядь. Придурок, блядь, ебучий, сука. Повернуть бы тебе челюгу, нахуй, чтобы дышал с севера на восток, блядь, а не с запада на юг. Спасибо. Все, еще раз донатишь, я выключу. Ну, я ничего не буду делать. Но все равно, блядь, не донать, нахуй. Даже не спрашиваю, лишь он тебя отпустит. Я даже не спрашиваю, но ты его любишь. Я не понимаю, возможно, мне не нужно. Темный ром и виски, секс на нашей крыше. Тебя я не люблю, но я люблю твоя киска. Девочка с артисткой, имя я не помню. Тебя я не люблю, но обожаю твою жуть. Егорик, спасибо. Спасибо, Егорик. Ой, ну, зашпанул. Вертолет? Так долго не идет. Блять, целевая, это пиздец. Спасибо, 543. Пока ты танцы в моей кровати, не говори мне хватит, снимай свое платье. Блэк Бакарди, танцы в моей кровати, не говори мне хватит, снимай свое платье. Спасибо, очень приятно мне было получить данный формат аудиосообщения и доната. Благодарю, очень приятно. Ладно, ребята, все, на сегодня мы поприкалывались в интернете, я пошел играть в КРМП. Сейчас я позвоню только своему другу, с которым мы нюхали яйца, и мы пойдем, блядь. Секс, Бакарди, та...